Одно. Сиплый этот. Отвертку в бочину засадил, а? В августе 2004 года мир увидел российский комедийный телесериал под названием «Солдаты». Вторую популярность сериал получил благодаря коротким видео на YouTube Shorts. И если посмотреть в комменты, то можно увидеть сотни комментов про Сиплова и отвертку в бочине. Так давайте же узнаем историю мема про Сиплова. Это актер Алексей Ашурков. В сериале в разных сезонах он играл капитана, майора, подполковника, полковника и начальника штаба дивизии Николая Николаевича Зубова. А также он играл дальнобойщика Сиплова в фильме «Бумер». Ну что, готовы? Тогда слушаем. В 90-х годах, когда расцветал бандитизм, собралась как-то компашка друзей. Петя Рама, Тимон Ашпарин, Касьян Кот, Леха Кила. В один из дней